Жители Ванавары вот уже несколько дней держат в страхе волк-одиночка. Впервые следы опасного хищника заметили еще в понедельник. В поселок он пришел ночью и какое-то время бродил у домов на окраине. Теперь же, говорят люди, незваного гостя видят даже днем. А по местным чатам разлетаются жуткие кадры, как зверь тянет собаку на привязи. Ванаваровцы подтверждают, сторожевого пса в одном из дворов действительно загрызли. Правда, этот ли случай на видео, пока непонятно. В местных чатах предупреждают, чтобы в вечернее время не выходили на улицу, кто живет на окраине, возле леса. Замечены были следы волка. Некоторые пишут, что у соседей волк утащил собаку. Конечно, кто живет вот возле леса, да, пишет, что страшно в вечернее время выходить из дома. Но я живу просто в центре, поэтому мне как бы не так страшно. Про волка я слышу первый раз, а обычно во время пожаров в поселок выходит медведь. Местная администрация рассылает жителям сообщения с просьбой соблюдать осторожность, не оставлять детей без присмотра и без особой необходимости вообще не покидать поселок. Улицы Ванавары уже несколько дней патрулируют полицейские и сотрудники охотинспекции. Специалисты говорят, следы принадлежат одному и тому же хищнику, и, скорее всего, в окрестностях поселка он бродит давно. Собаки здесь начали пропадать еще летом. Установлены ловушки, капканы, петли для вынужденного отлова волка, явно которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. Проводятся круглосуточные патрулирования по зимним дорогам. Это явно одиночка. Год что, голодные? Они всегда голодные. Зима. Не всегда добудет волк, идущий. Ну, может, старый, а рядом что, собаки, помойки и все остальное.